Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Samsung готовит удешевленную версию Galaxy Note 8 в скором времени или будущем, насколько она интересна будет удешевленная. На днях Samsung представила флагманский смартпад Galaxy Note 8. Устройство оценили в 930 баксов. К счастью, потенциальных покупателей упоминая об удешевленной версии Galaxy Note 8 уже появились в сети. Версия смартпада с 4 гигабайтами оперативной памяти засветилась на сайте агентства Tena. Помимо этой модификации, Samsung работает над моделью с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайт хранилища для южнокорейского рынка. Остальные характеристики смартфонов не отличаются от объявленных на презентации. Стоимость Note 8 с 4 гигабайтами ОЗУ пока что не разглашается, хотя ходят слухи, что удешевленный вариант выйдет только в Китае, а цена аппарата составит всего лишь 800 баксов. Ну, всего лишь 800 баксов, подумаешь там. Вот. Дешевле грязи, дешевле марсианской грязи явно. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!